Наш разговор о мужчинах и женщинах. Немножко заскочили вперед, что они делают детей. Для того, чтобы сделать детей, надо на какой-то момент оказаться в постели. Часто мужчины оказываются в постели, проводят там какое-то время, а утром выясняется, что они не все в этой постели делали правильно. Несколько типичных мужских ошибок в постели с женщиной. Он предлагает сделать это, пока идет реклама. Ну или пока быстренько перезагрузится компьютер. Или пока у «Зенита» замена. На предложение сначала сходить в душ он спрашивает: а чё опять я-то? Он подсвечивает мобильным телефоном эрогенные зоны. Причем свои. Он спрашивает, как вас зовут при каждой смене позиции. Он произносит фразы из утренней гимнастики, такие как: а теперь следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. И раз. И достаточно. Он не успевает отвернуться к стене и начинает храпеть, глядя партнерши в глаза. И потом всякий раз утверждает, что это был лучший секс в его жизни. Женщины, они тоже не подарок в постели, тоже иногда совершают там ошибки. Несколько типичных женских ошибок в постели с мужчиной. Перед тем, как лечь в постели, она смотрит на партнера и говорит: так мне и надо. Или: так мне надо выпить. Она говорит: только ты не трогай меня здесь, и вот здесь, а здесь можно, но не так. Она убирает из-под спины розы. Якобы они колются. Розы по 300 рублей за штуку у нее колются. Каждое действие партнера она комментирует словами: о Господи! Да что ж это такое-то, а? Если в процессе процесса у нее звонит телефон, она отвечает: я сейчас занята, повиси пару минут. Наконец, самая страшная ошибка, я надеюсь, что мужчины меня поддержат и поймут. После секса она засыпает не сразу. Тем самым доставляя нам несколько мучительных минут. Спасибо вам, дорогие дамы. Извините нас за несколько мучительных минут. Перед тем, как мужчины и женщины окажутся в этой самой вожделенной постели, перед этим идет долгий процесс ухаживания, и каждый имеет в виду, что вот-вот уже сейчас мы придем, и все состоится. И вот и в последний момент женщина отказывается. Как она это делает? Только не в этом сугробе. Ты что, дурной? Еще вон водки сколько. Ну вот, все было так хорошо. Значит, как человек я тебя не интересую? Знаешь, я сегодня чистила унитаз и думала о нас с тобой. Чем это ты там мне по спине и лозишь? Ну, какие мы смелые! Потолок белить, так мы не такие смелые. И раньше, когда-то, несколько десятков лет тому назад, нам это казалось очень смешно. А прошло время, и мы пришли к ситуации, когда мужчина должен отказаться от секса. Он устал. И сделать это надо достойно. Как мужчины отказываются от секса? Я не такой. Знаешь, мне сегодня нельзя по гороскопу. Сегодня увядающая луна. Ты
знаешь, у меня траур. Не знаю, где подхватил. Слушай, слушай, давай, может, утром, пока я ничего не соображаю, а? Ты правда думаешь, что эти нелепые телодвижения укрепят наш брак? Знаешь, мы так с тобой, Бог знает, до чего докатимся. А в честь чего? Что празднуем? Неужели опять год прошел? Слушай, давай просто поспим, как друзья. Так, давай на чистоту. Что тебе на самом деле от меня надо? Что ты там планируешь купить? Испеки-ка ты мне лучше, старуха, колобка. Извини, дорогая, я так вымотался в ванной. О, секс, отлично, давай поиграем в тетю доктора и пациента в коме. Наконец, ты такая аппетитная, пойду пожру.